Глубокоуважаемые ветераны, уважаемые сотрудники МИЭФ, дорогие гости, горожане, торжественный митинг, посвященный открытию мемориала комплекса испытателям ядерного оружия, открывается. Сотрудники института, дорогие горожане, символично, что сегодня, в юбилейный год, вот 75-летие отрасли, в колыбели русской, российской, советской атомной отрасли в городе Сарове, или как раньше называли Арзамас-16, открывается этот замечательный памятник испытателям ядерного оружия. Испытатель – это наиболее тяжелая, наиболее востребованная, наиболее опасная профессия. Технологический цикл создания ядерного изделия очень длинный, начинаясь от физико-теоретика, экспериментатора, конструктора, технолога, материаловеда, но заканчивает этот цикл, и дорогу изделию дает именно экспериментатор и испытатель. Именно испытатель дает дорогу жизнь тому или иному изделию. Поэтому это важная, опасная и нужная профессия. И то, что мы отдаем сегодня дань уважения этой профессии, говорит о многом. Я желаю всему коллективу, всем горожанам самого всего хорошего, пережить эти тяжелые дни, которые нас пандемия окунула. Это новое испытание для нас. Ну, как говорится, пережили и более тяжелые времена, переживем и это. С праздником вас! Глубоко уважаемые ветераны, коллеги, дорогие земляки, то, что накануне, буквально за несколько часов до начала 75-летия атомной промышленности мы собрались здесь, в Сарове, это не просто символично, это глубоко справедливо. Действительно, завтра вся отрасль, все наши предприятия начнут целую череду мероприятий, посвященных чествованию того 20 августа 1945 года, когда наша страна, когда основатели нашей отрасли ответили на вызов применения ядерного оружия. Через 75 лет мы пронесли, во-первых, любовь к родине и бескомпромиссность в решении задач, связанных с ее безопасностью. Низкий поклон нашим ветеранам. Огромное спасибо тем, и они сегодня делятся с нами опытом, кто принимал участие в реализации того еще первого ядерного проекта. Низкий поклон всем, кто работал на этом направлении, кто работает сейчас, рискуя собой, и кто будет работать. Конечно же, хочется сейчас сказать теплые слова в адрес семей испытателей. Конечно же, они понимают, где их члены семьи работают, в каких условиях они трудятся, и без вашей поддержки, без этого надежного тыла невозможна успешная работа в НИЭФе, невозможна успешная работа госкорпорации «Росатом». Поэтому спасибо вам огромное, низкий поклон. Ну и цифра 75 будет с нами не один день, не один месяц и даже не один год. На будущий год мы отмечаем 75-летие Сарова,
Арзамас-16, Арзамас-75, разные названия наш замечательный город носил, но мы сейчас делаем все, чтобы город обновлялся, уже видно, как он изменяется, изменяется к лучшему, об этом говорят люди, но много проблем остается, поэтому призываю всех нас вместе с обновленной властью реализовать программу развития города, сделать его действительно комфортным и притягательным для жизни. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вам за неравнодушное отношение к жизни нашего города, к его развитию. И хочу подчеркнуть, что для меня, для моих товарищей, для госкорпорации, ВНИЭФ, СОРОВ всегда был и будет тем священным местом, той ядерной меккой, в которой куется ядерное оружие. Спасибо вам большое за ваш труд. Добрый день, глубоко уважаемые саровчане, глубоко уважаемые сотрудники ядерной отрасли. Нам, нижегородцам, всей нижегородской земле, правительству очень приятно, что фактически сегодня дается старт празднования важнейшей для страны отрасли атомной промышленности. Мы гордимся теми предприятиями, теми людьми, которые работают в этой отрасли. У нас их на Нижегородской земле немало, и в Сорове, и за пределами Сорова. И каждый из этих предприятий является действительно изюминкой всей экономики, всей промышленности Нижегородской земли. Но у вас особая задача. Это не просто увеличение объемов производства. Вы действительно куете каждый день тот щит, который защищает нашу Родину. И мы с вами знаем, что нам есть от кого защищаться. Есть для чего вот все эти предосторожности, все эти программы реализовывать. Потому что это действительно сохранение нашей целостности, нашего государства. Это развитие нашего государства. Конечно, мы знаем, какой нелегкий труд и какие бывают печальные страницы в этой истории. И вы это знаете еще лучше. И сегодня, конечно, хочу сказать огромное спасибо всем, кто кует и создает этот ядерный щит. Спасибо ветеранам, которые здесь присутствуют там, в небольшом количестве. Мы знаем огромное количество авторитетнейших, уважаемых людей, не только на нашей нижегородской земле, но людей, которых знает и уважает весь мир. Спасибо вам за ваш огромный труд, очень содержательный, очень важный и необходимый. Конечно, нас радует, что ваши предприятия, предприятия атомной отрасли делают огромную работу и по социально-экономическому развитию. Преображается ваш город, преображается наша нижегородская земля в целом, и вклад вас в это, конечно же, огромный. И поэтому сегодня, в день открытия торжеств, и одновременно в день памяти, потому что мы открываем не просто очередной мемориальный знак, комплекс. Конечно, мы понимаем, кому этот знак посвящен и людям какой героической профессии. Спасибо вам за это огромное. Счастья вам, здоровья, процветания, и пусть все беды обходят стороной ваши замечательные коллективы. С праздником, дорогие друзья! Глубоко уважаемые ветераны, сотрудники института, конечно, совершенно очевидно это для всего мира, что не соверши тогда на рубеже 50-х беспримерный подвиг, который совершили люди, которые живут, жили и работали здесь, мир бы совершенно точно был другим, если бы вообще был. И в год 75-летия основания отрасли, конечно, хочется сказать искренние слова благодарности всем поколениям атомщиков, которые жили, трудились, живут, трудятся. И я уверен, долгие десятилетия будут еще жить и трудиться на этой земле, защищая нашу землю, разрабатывая новые технологии и, в принципе, двигая науку вперед. Здесь живут совершенно особые люди, это совершенно особый город. И, конечно, низкий поклон ветеранам, которые с нами и которые заложили все эти традиции, которые с честью несут представители нынешнего поколения института. Ну и, разумеется, именно на этой земле было создано первое изделие. И совершенно не случайно и глубоко символично, что памятник всем испытателям, которые на территории всей страны
трудились и продолжают трудиться, открывается здесь, сегодня, в этот юбилейный год, открывается именно в Сарове. Низкий поклон всем ветеранам отрасли и, конечно, развитие и процветание всей атомной промышленности. Большое спасибо. Уважаемые гости, коллеги, ветераны, для меня большая честь принять участие в церемонии открытия этого прекрасного мемориального комплекса. От лица молодого поколения испытателей я хотел бы поблагодарить руководство ядерного центра и корпорации, а также всех тех, кто принял участие в создании этого прекрасного, реализации этого прекрасного проекта, за этот памятник испытателям отечественного ядерного оружия. Опыт испытателей, стоявших у истоков этой особой профессии, для нас бесценен. Мы взяли эстафету у настоящих профессионалов своего дела. Они всегда будут для нас воплощением высочайшей степени ответственности и самопожертвованного труда. В новых условиях, решая новые задачи, мы продолжаем их дело, обеспечивая неприкосновенность и мощь нашего государства. Мы гордимся тем, что нам дана такая возможность, и сделаем все, чтобы наша страна и дальше была независимой, сильной державой. Пусть этот мемориальный комплекс станет воплощением героизма испытателей и напоминает новым поколениям о роли ядерщиков в обеспечении мира на нашей земле. Спасибо. Дорогие друзья, от имени коллектива института я хочу выразить слова благодарности авторам идеи, физикам-теоретикам, математикам, испытательным подразделениям технологическим и производственным. Именно общая идея воплощена сегодня нашими коллегами из Санкт-Петербурга в этот замечательный памятник. Слова благодарности я хочу высказать руководству российской корпорации, государственной корпорации «Росатом», ядерно-оружейному комплексу. Слова благодарности тем нашим коллегам, которые из личных средств вложили деньги сюда, в этот памятник. Предприятиям ядерно-оружейного комплекса, НИА, Марсу, Маяку и другим нашим предприятиям. Большое спасибо нашим коллегам из Санкт-Петербурга и строителям, которые в сжатые сроки реализовали вот этот великолепный сквер и памятник, который, безусловно, является украшением проспекта Музрукова. Спасибо.
Разгон! Огонь! А!